державных судеб. Эй, небесный кузнец, молот бьет лишь во сне, разум он не разбудит. Нет, и следа прежней силы. Поджег сам себя, но гасить пламя нечем. Эй, кричу в пустоту, ни души за версту. Это смерть или вечность? Кто мне подскажет ответ? Молись, что проснулся рассвет.
наушники и свое лицо. Небо станет ближе, небо будет сечь по венам. Успокою вас скажет твой химический ствол. Плодить себе подобных. Тесно здесь, чтобы жить, а не тлеть. Рыскать по земле в стае злобной. Я выкликаю твое имя этой ночью. Свечи упрямо гаснут на окне моем. Ветер взвыл по волчьи, это твой, я понял сразу. Пусть назад не подскажет твой химический сон.
Спасибо, Питер! Ну а сейчас мы сыграем для вас песню из нашего нового альбома. Эта песня называется «Воины!» Да, лететь бы, да.
Нищих и царей.
одинаково пытает разная судьба. Светится твое имя. Я здесь, я нигде, но слезами боль не хлынет. Будь свят скорбных дел, да светится твое имя. Ни ветра, ни сна, кто вспомнит меня. Хотел плыть в лодке морем на закат, вольным быть, как зверь свободный, и растить свой сад. Жить бы лет до ста и любить, как все любят на земле. Здесь лишь демоны и змей, но ты молод и смел, вместе миром овладеем. Ты мне поклонись, и получишь все богатства, власть тьмы, вот эта жизнь беспробудна в танце адском. Жены твои под звон.
хотел быть в лодке. Море на закат. Вольный быть, как зверь свободный.
Спасибо, друзья! Спасибо, Питер! Ну а сейчас мы сыграем для вас песню с альбома «Запрещенная реальность». Эта песня называется «Рожденные жизнь!»
заблудившиеся странники, не чужие на своей земле, но бродяги и изгнанники, чьей-то жестокой игре, поклонившись четырем ветрам, шли на все четыре стороны. Волки кровниками стали нам, ты черный вороны. Через пустыни, через потери и боль, вернуться домой, в город стоящий солнце.
где с нами вера, надежда, Спасибо, друзья. Спасибо, Питер. У вас, как всегда, жарко. Спасибо за замечательный прием. Группа «Маврик» сегодня для вас. У нас в этом году небольшой юбилей. Нам исполнилось 8 лет. Исполнилось весной. Отмечаем осенью у вас. И в честь этого события, как вы уже догадались, вы все вошли в историю. Мы сегодня снимаем DVD, который в скором времени вы сможете увидеть. Мы вам будем надоедать теперь еще и по телевизору. Группа «Маврик», Юрий Алексеев, гитара. Александр Швец, бас-гитара. Павел Элькин, барабаны. И вокал Андрей Лефлер. Спасибо, друзья!
Yeah.